это мост Сиусиполь, в переводе 33 арки. Этот мост был построен, начало строительства было с 1598 года до 1603 года. Этот мост был построен при правителе Аббасе Великом, чтобы соединить новую Джильфу, город армян, с Исфаханом. Тогда это были два разных города. Когда армяне строили свой город, они не построили крепостную стену. Но так как армяне все-таки используют виноводочные изделия, и наше, например, вино у них как используется в религиозных целях, поэтому не могли, Ашах не мог бы запретить использовать им алкоголь. Но так как мусульмане им понравилось, стали ходить к армянам за этим алкоголем, Шах Аббас приказал построить крепостную стену, чтобы только по приказу его, то есть по разрешению, могли были, кто направлял в этот город, именно по разрешению. Но сам, кстати, очень увлекался армянским вином. Длина этого моста 270 метров, ширина 14. Этот мост был пешеходный, поэтому этот мост поверху, там были посередине лошади, я имею в виду животные и тележки, а по бокам с двух сторон небольшие есть арки, это уже пешеходные были места.